Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас получается 9 мая, великий праздник. Я вас всех, конечно же, поздравляю, и в честь этого праздника на родину добавили, получается, квесты. И сегодня я буду их выполнять. Сейчас я направляюсь в Кремль, там находится, получается, квестовый персонаж. Но перед этим я хотел бы напомнить, чтобы вы вводили мой, получается, ник при регистрации, мой ник Кирилл Путбулови. Обязательно вводите, потому что если прокачаетесь до 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я отдам вам. Желаю вам приятного просмотра. Погнали. Так, все, я прилетел. Здесь очень много народу, на самом деле. Так, давайте задание и фронтовое письмо. Так, давайте посмотрим. Недавно в музее мы обнаружили старое фронтовое письмо, которое принадлежит одной из жительниц нашей области. В ходе боев оно было утеряно, но недавно его обнаружили сотрудники музея и передали его нам. Мы нашли эту старушку, она живет недалеко у нас в деревне. Было бы здорово, чтобы ты доставил это письмо ей, так как у меня не хватает рук. Ну, давайте возьмем, в принципе, это задание. Итак, вот я прилетел, я на самом деле думал, что это будет какой-то другой дом, но это дом какого-то игрока, и здесь сидит бабулечка, короче, давайте ей отдадим письмо. Все, я вернулся, получается, обратно сюда. Блин, здесь много желающих выполнить, конечно, квест. И к нему трудно добраться, к этому квестовому персонажу. Так, можно завершить. Все, я завершил. Так, давайте берем следующее задание. У нас получается раздать ленточки. В этот раз тебе нужно раздать 10 георгиевских ленточек незнакомцам. Так, окей, выдать ленточку. Хорошо, давайте принимаем. Все, теперь нам нужно раздать эти ленточки. Давайте сразу здесь раздадим. Все, я могу сдать теперь этот квест, даже не пришлось никуда лететь. День Победы. Так, сегодня очень значительный день, а именно День Победы. Ну и сейчас празднуют ветераны с этим днем, а я застрял тут, опять куча дел. Было бы неплохо, если бы ты купил в магазине цветы и отнес их от меня к вечному огню, в память о наших ветеранах. Найти можно цветы 24/7, награда хорошо. Все, пацаны, я купил цветы, получается, и полетел к вечному огню. Сейчас, блин, РВС обратно произойдет. Блин, заколебали эти РВСы делать. Системные РВСы проходят, и админы еще РВСы делают, и постоянно транспорт пропадает. У меня вообще вертолет, получается, возле Кремля механик украл. И поэтому мне пришлось перезаходить в игру, лететь обратно в Южный. Ну, точнее, не обратно в Южный, а просто лететь в Южный. И теперь сейчас РВС пройдет, я положу цветы и полетим обратно в Кремль, сдадим квест, в принципе. Так, вроде бы РВС прошел, потому что релогаться не очень хочется. Как их только сюда положить, я вот не понимаю. А, я дурак, блин, тут просто надо Alt нажать, я что-то не видел эту надпись. Все, я положил, теперь летим обратно в Кремль. Все, я прилетел, получается. Вертолет решил там поставить, потому что здесь эти механики конченые могут обратно вертолет забрать. Привет, сегодня очень значительный день. Ну, впрочем, ты уже знаешь. Не хочешь поучаствовать в викторине? Если победишь, получишь приз. Ответь на все вопросы правильно. Окей, так, принять. Надо куда-то лететь или что? Давайте пропишем МН, потом принятые задания и викторина. Так, найти. А, вот, все это здесь есть. Когда началась... Короче, пацаны, наверное, как вы поняли, у меня не крашена игра, а у меня она просто зависла. Чтобы вы понимали, просто намертво зависла, мне пришлось перезапускать компьютер. Я просто не хочу материться в этот день, пацаны, поэтому просто я промолчу, реально. Я промолчу, потому что там еще не записалось, как я на ответы отвечал, потом как я брал задание последнее. Сейчас я лечу выполнять последнее задание. Мне нужно вскопать огород, получается, ветерану. Сейчас мы летим в Батырево, я уже купил лопату, получается, на АЗС в магазине. И сейчас там нужно будет 20 раз копать огород, и можно будет лететь, заканчивать, получается, квест, и больше заданий не будет. Если что, я ответил там на эти вопросы, просто оно не записалось, пацаны, к сожалению. Я думаю, вы сами разберетесь, как там ответить, потому что там ничего сложного как бы нету. Все, пацаны, наконец-то я 20 раз копал огород. Тут просто нужно бегать, нажимать N на разных участках. Вот, раз, два, три. Там дальше тоже можно это все делать. И теперь мне написало, что я могу возвращаться к Кремлю, получается, и сдавать этот квест. Все, я прилетел, и теперь можно как бы к
квест сдать. Тут чувак бьет почему-то генерала. Ладно, в принципе, не важно. Так, давайте сдадим квест. Все, пацаны, я, получается, выполнил все квесты. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Еще раз поздравляю всех с праздником. IP, мой ник, все будет в описании, поэтому заглядывайте в описание, там все-все-все есть, что вам нужно. Все, пацаны, всем пока-пока.